Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Вас приветствует музыкальная программа «Полифония», та самая, которая по выходным выходит на телеканале РГВК «Дагестан». В студии, как всегда, для вас работает Марат Тимохин. Мы начинаем. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? По небу клин усталый летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Скажу вам сразу, дорогие друзья, основное количество писем, которое поступило на эту передачу, были посвящены двум самым главным праздникам – 1 мая и 9 мая. Но, конечно же, среди них было много и других замечательных поздравлений, приветов. Впрочем, я немножко забегаю вперед. Смотрите передачу «Полифония», и вы все сами увидите и услышите. Итак, первое письмо пришло оно к нам из города Избербаш. Уважаемый Марат Тимохин! Коллектив управления образования, а также друзья поздравляют замечательную женщину Абдурагимову Гюльнару Алимхановну. Она отмечает свой день рождения 1 мая, когда вся страна празднует, да, День весны и труда. Так вот, хотим пожелать ей крепкого здоровья. Ценим как хорошего специалиста, ответственного работника, человека, который вкладывает в образование своих детей, чтобы они росли достойными людьми в нашем обществе. Вот, вкладывает душу, дорогие друзья. И, конечно, просим подарить песню, да, для Гульнары Алимхановны.
Так вот, дорогие друзья, коллеги, однопартийцы, с большим удовольствием выполняю ваш музыкальный презент. Передаю его, как говорится, с рук на руки имениннице, ну а саму Гульнару Алимхановну поздравляю, желаю просто хорошего настроения и улыбок побольше. Добрый вечер. Добрый. Вас не слышно? Слышно? Шеля дай мой.
Ох, какое длинное письмо пришло к нам, дорогие друзья, из Саратовской области, города Калининска. Сейчас будем узнавать, кого с чем поздравляют. Здравствуйте, уважаемый Марат. И вам тоже здравствуйте. Пишу вам письмо из города Калининска, Саратовской области, от Магомедовой Любови Николаевны. Мы с мужем поклонники вашей музыкальной программы. Очень благодарны вам и вашему коллективу за создание этой передачи. Спасибо большое. Приятно. Так, она приносит людям радость, хорошее настроение. С помощью вашей программы можно передать поздравления с любым праздником, днем рождения, близких родственников, знакомых, услышать хорошую песню. И вот сейчас, вот мы дошли до самого главного, друзья. Хочу поздравить лично вас и весь ваш коллектив, всех ваших родственников с праздником Победы. Неожиданно. Коллектив, вас среди прочих родственников тоже упомянули, да. Они счастливы и тоже кивают головой, спасибо говорят. Так, поздравляю мужа Рамазана, дочь Елену, зятя Сергея, внучек Мариночку, Настеньку и ее мужа Владимира, знакомых Халилова Александра, его жену Светлану, соседей Аллу и Константина с праздником Победы. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, долголетия, улыбок, весеннего настроения и чистого мирного неба. Победа – символ 9 мая. Победа гордо венчает весну. Победа общая и родная. Победа и здоровья вам в этом году. Прошу передать песню. Очень благодарны. Спасибо вам. До свидания. Магомедова Любовь Николаевна. Ну вот, Любовь Николаевна. Всех вроде вспомнили, самое главное, про Рамазан не забыли за всеми этими поздравлениями. И вас тоже с праздником, конечно же, и вам тоже мирного чистого неба над головой.
شروخ شنان سري عن سحر شنامو На всякий случай напомню вам наш адрес, дорогие друзья. Тот самый адрес, куда вы должны отправлять свои письма с музыкальными поздравлениями, приветами и музыкальными заказами. Конечно же, друзья. Так вот, записывайте. Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица имени Магомеда Гаджиева, 188, РГВК Дагестан, музыкальная редакция, программа «Полифония». Те ваши письма, которые дойдут до нас, обязательно окажутся у меня в руках. Я зачту их здесь, в эфирной студии программы «Полифония». Заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: стань над рекой, зорки летние встречать. Раз кудрявый грён зелёный лист лизной, там клёвок мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, кудрявый лесной, раз кудрявый клён зелёный лист лесной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый лесной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню мла: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Мы вчера на партизаны до покинули родной. Ждет себя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клён зелёный лист лесной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый лесной. Раз кудрявый клён зелёный лист лесной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый лесной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. Тот обиду я увидел, что с собой не позвала. На чугрянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клён зелёный лист резной. Зеленый, да клён кудрявый, да раз кудрявый лесной. Раз кудрявый клён зелёный лист лесной. Здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый лесной. Ла-л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 а. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый лесной. На
На конверте уже знакомый адрес. Практически наши постоянные телезрители из города Тимашевск Краснодарского края. Товарищи Велимагомедовы, конкретно Джавагир Мавердиевна нам пишет. Ну что ж, будем узнавать, что у нас случилось. Добрый вечер, уважаемый Марат. И вам хорошего настроения. Пишу вам с радостью из Тимашевска. 1 мая для России праздник. Но для меня особенный, счастливый праздник, так как мой любимый и уважаемый муж в этот прекрасный день просил моей руки. И живем мы с ним уже четверть века душа в душу. Он оно что. Хочу пожелать своей семье крепкого здоровья, огромного счастья и долгих лет в семейной жизни. Мы уважаем, дорожим и ценим друг друга. И всем семьям этого желаем. Пожалуйста, от мужа для меня, ух ты, или наоборот. Песню, так. Ну и до свидания, до новых встреч, с уважением, Артик и Джавагир. Четверть века вместе. Я могу сказать, самое тяжелое, наверное, вы уже прошли, самое-самое трудное у вас уже позади, осталось просто-напросто жить и наслаждаться жизнью вместе, рядышком.
брошу я к твоим ногам. Еще одна наша постоянная телезрительница Умукусум Гасанова, город Каспийск, на проводе Умукусум, хорошего настроения. Добрый день, Марат Тимохин. Пишет вам Гасанова Умукусум, город Каспийск. В этот прекрасный майский день хочу вас поздравить с Днем Великой Победы. Пусть мужество и героизм этого великого праздника идут с вами по жизни. Спасибо большое и вам того же самого. Самые добрые пожелания в ваш адрес. Так, с вашей помощью хотелось бы поздравить своего брата Даудова Магомеда, который более 40 лет живет в селе Новкус-Артезиан Ставропольского края. С праздником, с этим замечательным, с Днем Великой Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши отцы и деды. Мира вам! Пусть над головой будет ясное небо и яркое солнце. Магомед, пусть победа сопутствует везде и всегда. Мы чтим этот праздник в память о нашем отце, ветеране Великой Отечественной войны Тагирова Давуда. Просим музыкальный подарок. С уважением, сестра Умукусум. Заранее большое спасибо. Умукусум, как уже не раз отвечал на ваши письма, всегда, пожалуйста, и вас тоже с праздником. Теперь меня зовут по имени и отчеству. Не поворотишь веку прожитого вспять. А мне прощаться, молодость, с тобой не хочется. А я боюсь тебя однажды потерять. Уйдите прочь, мои раздумы, они веселые. Осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Дал мне молодость, все радости и трудности, свою печаль и даль дорог. Не наполняй мои глаза житейской мудростью. Оставь мне молодость шальной свой огонек. Уйдите прочь, мои раздумы, они веселые. Осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Уходят дни, меняя внешность нам безжалостно. Но это, в общем-то, не главная беда. Останься, молодость, побудь со мной, пожалуйста. А если можешь, оставайся навсегда. Уйдите прочь, мои раздумы, они веселые. Осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи, не уходи. Дорогие друзья, не забудьте посетить наш сайт, который находится в интернете по адресу rgvktv.ru. Там вы найдете не только последнюю информацию из жизни нашей республики, но и самые важные новости из жизни нашей вообще страны Российской Федерации и, конечно же, основные мировые новости. Но самое главное, там есть онлайн-вещание нашего с вами любимого радио «Страна гор» и, конечно же, РГВК «Дагестан». Так что заходите, не стесняйтесь, мы ждем. rgvktv.ru. Ночные поезда у полустанка напомнили сожженные мосты. И медленное танго
куда-то плывет из темноты, и кажется туманное, как в дымке, лицо твое склоненное ко мне. И кружится, и кружится, и кружится пластинка в обратную, как память о войне. Танго у разбитого танка, упал у станка, звучит в тишине. Тайна, все, что было тут тайна, и эта встреча случайна. Песня на смертельную атаку, нам ярость, чтобы драться за троих, нам после боя медленное танго, чтобы этот страшный ад забыть на миг. И вот близкий ракет сближались лица, и мимо пролетало воронье, как будто бы от смерти отлипло, прикрыло сердце. Сердце я твое. На посту. И медленное, медленное танго куда-то уплывает в темноту. Не знаю я, где ты, кого голубишь, но голос слышит твой я наяву. Так спойте же со мною это танго, люди, и вслушайтесь в летящую листву. Начало мая, как всегда, у нас празднуется двумя самыми знаменательными праздниками. Это 1 мая, день весны, труда, или как раньше назывался, Международный день солидарности трудящихся. Либо 9 мая, день победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Конечно, два праздника, которые всегда нас объединяли, но среди них есть и абсолютно личные праздники. Вот, например, 4 мая отметил свой день рождения Абдулхаликов Абдулхалик Устанеевич. Вот, просто у человека день рождения в начале мая. Дорогого мужа, брата и дядю Абдулхалика Устанеевича с 50-летним юбилеем поздравляют супруга, дети, сестры, племянники, племянницы, в общем, все-все-все родные. Поздравлениям присоединяются, конечно же, еще друзья и близкие. Все поздравляем с юбилеем вас, с днем рождения и круглой датой. Как прекрасна цифра 50, пусть несет она в себе лишь радость. Желаем вам здоровья, бодрости, материальных благ, терпения, удачи, не знать проблем, забот, тревог, жить счастливо, никак иначе. Пусть будет ваша жизнь полна сюрпризов и событий дивных, ведь что такое 50? От века только половина. На самом деле много здесь перечислено всего. С днем рождения! Пусть в жизни тебя окружают только искренние и добрые люди. Это пишут жена, друзья, дети, сестры, племянники, племянники. Чтобы окружали только искренние и добрые люди. Так вы и окружаете, дорогие друзья. Больше других ему не нужно. И, конечно,
замечательную песню. Вот чего-чего, а песен у нас для вас всегда найдется сколько хотите. На связи у нас Республика Кабардино-Балкария, дорогие друзья. Письмо из города Баксан от Хасаевой Жанны.
Привет из Кабардино-Балкарии. Привет, привет из Дагестана тоже. Здравствуйте, Марат. Пишет Хасаева Жанна из города Баксана. Поздравляю вас и всех, кто делает эту передачу, и весь дагестанский народ с праздником Победы. 9 мая празднуется. С Днем Великой Победы. Я хотела бы поздравить свою старшую сестру Хасаеву Елену Ибидулаховну. Хотя эта война отобрала у нее самое дорогое отца. Хасаев Ибидулах Джафарович дошел до Берлина. Из Москвы писал в Баксанский военный комат Свиридов, как он отмечался наградами. Свиридов был политруком, вместе с ним воевал. Обещал, что в Москве напишет книгу памяти и напишет о нем. Светлая память всем погибшим на этой войне. А Лене я желаю здоровья и долгих лет жизни. Передавайте для нее хорошую душевную песню времен ее молодости. Так, здесь вот пара песен перечислена. Мы какую-нибудь одну из них обязательно выберем. И дальше с благодарностью вам, Жанна Хасаева. Знаете, Жан, ну, на самом деле, эта война отобрала во многих семьях близких людей. И думаю, что никому никогда не повредит лишний раз вспомнить о том, какой была эта война. Парень песню поет о девчонке одной, а в кого он влюблен, отгадай. Вместо имени милой звучит под луной до-ла-лай, до-ла-лай, до-ла-лай. Ревность сердце зажигает на тайном костре, услыхала жена невзначай. Муж седлая коня напевал во дворе до-ла-лай, 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 до-ла-лай. Сердце сжигает на тайном костре, услыхала жена невзначай. Муж седлая коня напевал во дворе, до-ла-лай, до-ла-лай, до-ла-лай. В темной бездне звезда над высокой горой, ты гори, ты свети, ты пылай. Я слагая стихи напеваю порой, до-ла-лай, до-ла-лай, до-ла-лай. Парень песню поет о девчонке одной, а в кого он влюблен, отгадай. Вместо имени милой звучит под луной, до-ла-лай, 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 до-ла-лай. Поет о девчонке одной, а в кого он влюблен, отгадай. Вместо имени милой звучит под луной, до-ла-лай, до-ла-лай, до-ла-лай. Поет о девчонке одной, а в кого он влюблен, отгадай. Вместо имени милой звучит под луной, до-ла-лай, 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 до-ла-лай. Дорогие друзья, специально ко Дню Победы РГВК «Дагестан» подготовила замечательный фильм, документальный фильм «Горянка, покорившая небо». Во вторник, 9 мая в 19:50 смотрите авторский проект Патимат Гурзиевой. Это фильм о первой летчице Дагестана Бавер Джафаровой. В этой трудной жизни вообще трудно быть первым, а уж потом по протаренной дорожке, конечно, легче идти, не оглядываясь. Так вот, Бавер Джафарова, простая горянка из селения Чурта Хлакского района, была первой летчицей Дагестана. Дорогие друзья, о жизни и боевых вылетах мужественной горянки смотрите на телеканале РГВК «Дагестан» 9 мая в 19:50. Дождливым вечером, вечером, вечером,
когда пилотам, прямо скажем, делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Нынче весело, весело, весело. Ну что ж ты, милая, курносый нос повесила. Мы выпьем раз, мы выпьем два за наши славные У-2. Но так, чтоб завтра не болела голова. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты в сердце только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Мы парни бравые, 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 но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые. Мы перед вылетом еще не поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай. Ты так и знай. Подняли, поклонились, повернулись. Сели. И вновь у нас на связи Краснодарский край, только если в прошлый раз письмо было из города Тимашевска, на этот раз письмо из хутора Объездная Балка, что находится в Кущевском районе Краснодарского края. Это тоже наши постоянные телезрители. Здравствуйте, уважаемый Марат. Пишет к вам из хорошо уже вам знакомого Краснодарского края, Кущевского района, из хутора Объездная Балка. Для того, чтобы поздравить с днем рождения нашу любимую доченьку Сутаеву Амину. 7 мая ей исполняется 2 годика. Вот уже 2 года она радует нас своим присутствием. Желаем тебе, Аминочка, чтобы не видела в жизни ты печали, чтобы на пути тебе встречались только радость, удача, успех. Будь всегда такой же смышленной и довольной, а мы с папой тебе в этом поможем. Ну и, конечно же, крепкого здоровья тебе, доченька. С уважением, мама Сутаева Русана и папа Сутаев Заур. Также братики-близняшки, так, Салим и Салман, и бабушка Бутаева Аминат. Вот, все вроде случаи, всех вспомнили. Пользуясь случаем, хотели бы поздравить еще семью Перуевых, по-моему, я могу ошибиться, если что, не обижайтесь. Семью Перуевых, Магада и Розу с юбилеем. 1 мая у них было 30 лет совместной жизни. Вот, желаем им, чтобы они жили так, как хотели они, как хотят они этого сами. Всего самого-самого наилучшего, удачи, здоровья, чтобы ваши дети и внуки радовали вас. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню на ваше усмотрение. Обязательно поставим, друзья. Обязательно поставим. Конечно, поздравляем и очаровательную Аминочку с двухлетием. Ну и ваших родных друзей, я так не понял, кто это. Но в любом случае, совместная жизнь штука тяжелая. Счастья и долгих лет совместной жизни еще.
Завершен очередной выпуск музыкально-поздравительной программы «Полифония». Как всегда, благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы были вместе с нами. Отдельное спасибо нашему съемочному коллективу, нашей группе. Ну и всем до свидания, увидимся через неделю. Пока, всех с праздниками!